В Якутске стартовал ежегодный профессиональный конкурс «Воспитатель года». За 8 лет в нем приняло участие более 200 педагогов. 26 победителей районных соревнований поборются за звание лучшего в течение недели. Они должны показать жюри весь свой педагогический опыт. Победитель традиционно поедет представлять республику на всероссийский этап конкурса. Абсолютный победитель Афонский Аркадий Дмитриевич, Мегенханглазского улуса воспитатель. Он занял первое место на российском конкурсе. У нас есть два лауреата российского конкурса. Это Селесова Мария Николаевна, воспитатель из Нюрбинского улуса, и Семенова Анна Павловна из Ханглазского улуса, которая в прошлом году, победив на республиканском конкурсе, стала лауреатом на российском конкурсе.